Rusiyalı gənclərin böyük əksəriyyəti Ukraynaya qarşı müharibədə iştirak etmək istəmir və onların ümumi səfərbərlik perspektivini mənfi qəbul edir. Bu fikirlər Rusiyalı əsgərlərin sosial şəbəkələrdə yayılan video görüntülərində əks olunub. Sosial sorğuda iştirak edən əsgərlər Ukraynada ölmək istəmədiklərini dilə gətiriblər. Сейчас, по итогу, нас отправляют еще на гибель, правильно, всех? Вот нас всех отправляют на гибель, и мы не за свои интересы, нам это не нужно. Вот тебе не нужно, да, мне не нужно. Ну, любому здравомыслящему человеку не нужно. Все, кто вот эти Z, V ставит, пускай едут. Ну, блин, они считают, что это нормально. Я не считаю, что нормально умирать за ни за что, фактически за чужие интересы. Да. Служили в армии? Да, служил. Как вообще относитесь к ней? Ну и какие ощущения вообще после службы? Туристика полная. Не та армия, не то воспитание. Дисциплины нет. Я считаю, что для начала нужно победить фашистов здесь. А уж потом заниматься экспортом антифашизма. Я, конечно, не считаю мысли Владимира Владимировича, но, на мой взгляд, если Владимир Владимирович сделает всеобщую мобилизацию, то как бы время его царствования, оно буквально вот там, можно будет считать уже по часам, сколько осталось ему царствовать. Я считаю, что это преступная война, и люди, которые ее начали, военные преступники. В первую очередь сейчас совершается преступление против Украины, ее независимости. Народ Украины имеет право жить свободной жизнью, так как они считают нужным. Qeyd edək ki, rusiyalı gənclərin əksəriyyəti Ukraynaya qarşı ümumiyyətlə döyüşmək fikrində olmadıqlarını bildiriblər.